А вторая песня на стихотворение питерской поэтессы Майи Борисовой. Стихотворение написано в 1963 году. Песенка называется, так она и называется, песенка. Неделю я не ела, неделю не пила. Я милого неделю уже не видела. Ко мне он больше не ногой, он, говорят, ушел другой. Такие вот роскошные дела. Купил он гряд рубашку небесной красоты, и от него духами гряд несет за три версты. А это мне до лампочки, пусть ходит к своей лампочке, таскает ей конфеты да цветы. А вот я разыщу себе семь ласковых дружков, и с ними посещу я 17 кабаков. Пускай они напьются все, пускай передерутся все, люблю я посмотреть на дураков. А мне все мало-мало, налей еще хочу. Ой, мама, 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 не плачу, хохочу. Ой, мама, мама, мамочка, а мне бы мама молочка. А я сижу да горькую хлещу. Ой, мама, мама, мамочка, а мне бы мама молочка. А я сижу да горькую хлещу. Неделю я не ела, неделю не пила. Я милого неделю уже не видела. Ко мне он больше не ногой, он, говорят, ушел к другой. Ах, как я до сих пор не померла. Ко мне он больше не ногой, он, говорят, ушел к другой. Ах, как я до сих пор не померла. Татьяна Храмова!